Всем добрый день. Вот этим индюшаткам даже нету суток, а уже вот пытаются ходить, стоять, можно так сказать, хотя бы стоять пока. Появились все дружненькие, дружненько за один день. Вот уже пытаются даже до поилки добраться, но видно еще, что еле-еле стоят. Один у нас лежит у ведерки. Некоторые уже пытаются что-то клевать. Не стала сыпать на пеленку, не видят они. А так вот хотя бы кормушки что-то могут увидеть. По крайней мере, один уже пытался. Смотрите, так что ничего страшного нету покупать суточных. Некоторые боятся. Коробка у меня после цыплят, не стала я новую делать. Этих индюшат завтра заберут, в новой коробке домой поедут. Кому-то лапку, видимо, прищемили, пищат. Ну, смотрите, какие красавцы. Тьфу-тьфу на вас. Еле стоят, но поилку уже нашли. Ну, один уже есть пошел. Сейчас один начнет клевать, и другие начнут клевать. У меня там пополам комбикорм и кукуруза.